Всем привет, друзья, с вами канал Computer Service. Вот сегодня хочу поговорить на такую тему, друзья. Покупка скинов на торговой площадке Steam. Какие лучше покупать, какие я покупаю, какие я оставляю, так сказать, в этом кейсе у себя. Вот, смотрите, друзья, есть такой вот скин у меня. Десерт Ягли, бронзовая декорация с такими вот наклейками. Вот кто спец по наклейкам, напишите в комментариях, друзья, какова цена этих наклеек. Вот наклейка Нево, Факу, еще какая-то там, еще вот эта наклейка, 4 наклейки на этом скине. Вот такой флот, степень износа у него получается, друзья. Цена его, сейчас давайте посмотрим, сколько у него цена у этого скина. Есть у меня такой же скин, но прямо с завода. Цена почему-то. Что за ерунда такая непонятная. Так, опа, погнали дальше. Так, ладно. Отмена. Отмена, друзья. Так, продать на торговой площадке. Так, смотрите, сколько цена стоит у него. 24 рубля, друзья. Ну и вот смотрите, с такими наклейками получается. Берлин, 2019 год, вышел Лондон, 2018 год. 25 рублей стоит такой скин, друзья. Вот, давайте вот я поставил уже, получается, его за террора. Давайте пробежимся, друзья, с этим скинчиком. Так, погнали, друзья, вот такая вот бой насмерть карта, друзья. Вот на этой карте, кстати, друзья, новая, все тормозит. Я уже играл, на других картах не тормозит. Вот, ну давайте к сути дела, друзья, перейдем. Я покупаю скины только с завода всем, потому что все скины с завода растут в цене, их можно будет продать выгодно. Цена иногда взлетает до небес, друзья, все остальные скины. Немного поношенные, поношенные, там после полевок еще какие-то там бывают. Они, смысла их нет вообще покупать, я их если только покупаю дешевые, я из них стряпаю контракты, друзья. Смотрите мои видосы, вот ссылочки под видео будут все. На видео, под видео, подписывайтесь на канал, друзья. Пишите про наклейки. Вот, обычно я, когда делаю контракты, я стираю эти наклейки со скинов. Так сказать, я где-то вот считал, смотрел то, что якобы при контракте они считаются грязные и выпадывают скин меньше стоимостью. Вот, друзья. Я стараюсь, получается, делать чистые скины. Стараюсь добавлять степень износа одной категории, там, к примеру, если все заводы, так все заводы, но тут пару я делал контрактов, добавлял все скины прямо с завода, и у меня почему-то скины выпадывали чуть ли не после полевых, так сказать, друзья. Вот, так что, как бы, это не суть важно. Так, вот, смотрите, вот десерт Ягли вот такой, друзья, давайте вот сюда отойдем, на F нажмем, смотрите. Опа, такой вот скинчик, смотрите, друзья, видите, с наклейками, с такими. Мне более-менее получается с ним. 9 минут до конца раунда, друзья. Ну, более-менее, вот, гиговая карта у меня стоит, друзья. Вот, гиговая карточка стоит. Почему вот здесь вот он всплыл с автоматом, а я вот не могу, грубо говоря, у него автомат взять, потому что я не успел закупиться здесь. Вот тоже пишите комменты, друзья, по этому поводу. Вот, ну я, смотрите, друзья, вот такой вот десерт игл, бронзовая декорация, по-моему, самый дешевый износ у него, самый флот такой, после полева, по-моему, друзья. Так, смотрите, сколько пуль интересно в нем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь пуль, друзья, в десерт игле. Кто не знал, я вот не знал, что здесь 7 пуль. Оказывается, друзья, со второй пули только почему-то убивает. Хотя на самом деле, если в реале, то там и одной пули бы хватило, друзья, чтоб этот персонаж, мультиперсонаж упал. Грубо говоря, что-то он бегает, я не пойму. Опа, вот крыса какая, встреча. Холодок какой-то, CSGO. Так, опа. На F3 нажимайте, друзья, чтобы у вас зафиксировалось это, выключено случайный выбор пол, чтобы у вас только на десерт был, как говорится, игл, если вот на него обзор. Давайте вот за стенки, вот на F сейчас нажмем. Оп, так то с... Кекси Туби какой-то один, блядь.
Так, а ни хрена, а чё, почему мне на F3 нажму? Мне Desert Eagle нужен же, друзья, я же обзор-то на него шлюхаю сейчас. Опа, видели, какие тормоза, да, друзья, были? Ах ты, сука, прямо в лоб попал, вот падла, фастика. Ну ты падла, так, ладно. Так, ну чё, я на F3 я нажал. Выключен, вот, да-да-да, выключен у меня, друзья, на F3. У меня подписчик один посоветовал, друзья, делать. Вот, смотрите еще раз, друзья, на F нажимаю, вот такие наклейки на нем. Вот, видите, да? Интересно, напишите в комментах, дорогие они, нет. Почему наклейки не влияют на стоимость скина, я не понимаю. Может, наклейка стоит 1 000 000, грубо говоря, долларов, а скин стоит 25 рублей. Что за хрень такая? Почему так тормозит, друзья? Я вот не понимаю, что за бред. У меня аж портится весь видос. Вы что? Стимовцы, программеры. Что за бред? Это с чего это связано? Карта у меня вообще не нагревается, даже до 25. Охлаждение идеально сделано. Так, я даже еще пока еще неизвестно на каком месте, друзья. 6 минут до конца раунда осталось. Вот. Сегодня вот обзор на такой вот Desert Eagle. Вот на F нажмем еще раз, друзья. Ну, давайте еще второй раз нажмем, смотрите, друзья. Сейчас он, смотрите, крутить его начнет. Опа, опа, опа. А, круто, да? А, вообще супер. Desert Eagle. Вот, нет, правда, на торговой площадке, пока еще не придумали то, что Desert Eagle он без глушителя, нет для него глушителя, друзья, на VDR какой-то там. Так, вот, ну, видите, у меня уже получается на F3 я нажал. Охренеть. Тормоза, 6 минут до конца раунда, друзья. А нет, попал все-таки, смотрите, я вообще падал сзади, подошел. Нави даже сад какой-то. Ладно, сейчас я тебе, как говорится, натяну глаз на жопу. В руки падла сделала. О, охренеть, смотрите, два этих прогульщика, блядь. Ты падла, смотрите. А мне же, я же это, десерт же мне надо, идол. Что-то я... Ах ты, с крыса прямо в лоб попала. Вот такие мультперсонажи у нас бегают по карте, друзья, так. Ах ты, крыса, смотри, что опять лоб попал. Фетникан какой-то, блядь. Фетникан, так, ладно. Сейчас я тебе... Ну, погоди-ка сказать. На отходе, видите, друзья, стреляйте всегда на отходе. Вот, кто там говорит, надо остановиться, прицелиться, все это ерунда, надо как-то все равно двигаться. Чем больше ты двигаешься, тем меньше у тебя шансов, что в тебя попадут. Это мое личное мнение. Вот. На отходе надо стрелять, на отходе, друзья. Эх ты, крыса какая появился, неизвестно откуда. 5 минут до конца раунда, друзья. Сегодня решил завалить, как говорится, видосами. По разным темам накопилось время, появилось больше сейчас. И темы много разные, друзья. Пишите, на какие темы еще напилить видос. Всякие разные видосы, друзья. Вот. Можно будет кого-то из вас пропиарить даже. Не сложно, не трудно, так сказать. Вот, так что это... Вот. Он там еще не возродился, падла. Ах ты, падла, падла. Крыса какая, 4 минуты до конца раунда, друзья. Вот. Нажимайте на F3, чтобы, к примеру, у вас это. Опа, ни хрена, он зажмурился, как красиво, видели? А, так это не я на него попал. Он зажмурился, но не от моего Desert Eagle. Ах ты, сука, если что, видели, да? Ах ты, падла, падла, падла. А что такое? А, ни хрена себе. 8 хп, да, у меня осталось 8 хп жизни. Ах ты, крыса, прям в лоб. Хентали. Так, ладно, хентали. Подожди ты, подожди, подожди. Ах ты, падла какая. Вот сейчас видели, наверное, друзья, да? Я купил что-то там за вот этот вот новый прикид, так сказать, у меня. У террора.
прикид, что-то покупал рублей за 25, по-моему. Сейчас он тоже в цене растет. Прикид, опа, ни хрена случайно вообще попал, видели, да? Охренеть, просто видели, да? Ну, падла какая, со всех сторон обстрелили фастика. Фастика. Так, ну-ка, погоди, сейчас эти... Я еще не пойму, что это за тормоза тут такие. 3 минуты до конца раунда, друзья. Ну, падла, они свои же, конечно. Эх ты, сука какая. Вот видели, да, прикид, сейчас я упал. Тормоза. Тормоза, капец вообще. Кто-то там тоже недовольный, говорит, что тормоза. На отходе, да, видели, друзья, да? А, так он что-то вообще непонятно, как он стоит. 2 минуты до конца раунда, друзья. Вот, наев, смотрите, наев. Наев, да, друзья? Такой десерт с 4 наклейками. Топовый урвал по дешевке. На торговой. По дешевке, на торговой площадке с тем. Ах ты, красота. Ах ты, сука, вижу. Фастика опять. Так, фастика. Ну что за тормоза, не могу поднять. Ну что за бред, падла. Ну, просто вообще тормозить нереально. Ну-ка, вот так вот подойти к нему, друзья. Опа, видели, как красиво. Прямо в голову. Пуля влетела в голову. Ну-ка, опа, кто там бежит за кем-то. Смотри, сейчас зарезал, падал. Крыса какая, а? Платишка сзади подбежал. Ах ты, крыса, а. 1,5 минуты до конца раунда, друзья. Ну ладно, сейчас. Ну, а нет, я не успел переключиться. Ах ты, крыса. Потом со всех сторон падала. А, сейчас вот этого, наверное. Сюда, вот дальнего, присаживайтесь, дальнего убивайте, друзья. Потом уже у ближнего. Где-то я смотрю такой видос у одного челика. Он рекомендовал таким образом. Как говорится, это... Ах ты, крыса, смотри, что красиво какая. Лот фарм. Ладно, лот фарм. Сейчас я тебе... Погоди, у меня сейчас тебе доберусь до тебя. Увидели, да? Вот это я понимаю. Десерт Игл. Десерт Ягли. Ничего. Ну-ка, если вот так вот он прямо, смотрите, в переносицу ему. Опа, красиво как. 57 минут до конца раунда, друзья. Вот такой вот наев нажимаем. Опа, видели, да? А, красота вообще. Супер. Опа. Охренеть. На отходе. Падла. Ну, крыса какая. Ну, со скалом был. Так, ладно, черт с ним. 34 секунды до конца раунда, друзья. На отходе. Сука, крыса, у меня 5 хп. Охренеть. Ну, тормоза вообще нереальны. Не знаю, с чем это связано, друзья. Че, в последнее время вообще, что ли, в школу не ходят эти суперчитеры-то? Суперчитеры в школу не ходят, так... Сервер, походу, перегружен. Весь Steam перегружен, друзья. Ну вот на сегодня такой видос, друзья. Вот на F. Всем спасибо, друзья. Пишите комменты. Всем пока, удачи. До встречи, пока, друзья.